привет всем. Подорвало меня сегодня с утра заехать на центральный рынок Удюля. Центральный, ну, в общем, рынок, на котором может быть виноград. Еще виноград, потому что хочется мне виноград. Кто меня знает, тот знает, зачем мне нужен виноград. И походила чуть-чуть, решил, наверное, вам показать, что такое рынок в Индонезии, Бали, Убуд. В первую очередь, это много специй. Всяких суперспеций. Всяких банановых прибамбасов, в которых эти все маринадики хранятся. И, наверное, это уже практически готово для употребления. Да, вот такая вот шпажки они со свининой берут, потом их засовывают, вот может быть какие-то такие масляные ванны, и там это все происходит. Я имею в виду само обжаривание. Так, ну репортаж, наверное, будет пробненький. С одного дубля. Просто тупо, что вижу, то пою и снимаю. Для понимания и ощущения реалити-шоу. Кстати, на эту тему много. Да, у меня 3 подписчика. Из этих 3 подписчиков много спрашивали меня, да? Почему ты не снимаешь просто вот, что видишь, то и снимаю. Людям интересно. Ну вот сниму. Так вот. Вот таким образом делаются шашлычки местные. Вентилятор. Рядышком здесь мясо. Все просто. Не знаю, что здесь написано. Что-то мати, что-то вкусно. Дальше мы пройдемся по фруктам, наверное. Опа. Надо спуститься. Перцы, мерцы. Все хорошо, цветы, я не знаю, что они с этими цветами делают. Ну, в общем, прошелся я и виноград нашел максимум, вернее, минимум это по 2 доллара. Хотя, вот все, что с наклеечками, яблоко и так дальше, это все привозное, оно стоит дорого. Нашел виноградник здесь, вряд ли кому-то будет интересен виноград, но вдруг. Вот это почти по 10 долларов, не знаю, я его не пробовал. А этот в районе 6 долларов. Естественно, для моих художественных целей это вообще не подходит. Зелени завались, заедись, бананы, ананасы. По ценам, я думаю, смысла говорить нет, по той причине, что они здесь вообще никакие. Ну, то есть это меньше доллара. How much is this? 1 kg. 1 kg. 8000. Ну, полдоллара. Грубо говоря, полдоллара, поэтому все в такую цену. Бананы, наверное, даром. Имбиря. Имбиря сколько хочешь, чеснока сколько хочешь. Ну, это не индийский рынок, это не Гуаз со своими мапусовскими огромными горами специй. Здесь в основном, как вы видите, все нацелено на здоровый образ жизни. How much kg? 6000. Ну, это 25 центов можно перевести. Супер прайс. И лавровый лист, кстати, тоже имеется. Если кто-то хочет мариновать. Вот я уже подходил, и здесь вот покажу, что лавровый лист продается. How much this one? 1000. 1000. Ну, одна... 1000 это 1/15 доллара. Можно взять калькулятор, посчитать и понять, что про цены можно не спрашивать. Это для меня. Это для меня цена. То есть вы видите, да? Как я вырядился. Именно чтобы мне назначали двойную и тройную цену. Значит, вот этот виноград, который более всего подходит, но мне предлагают за него 2 доллара. 2 доллара мне не интересно. What this oil? What kind of oil? This original oil. From what? What? What yeah. is oil? This coconut. This coca? Yeah, coconut. Coconut. А what is this? This Indian. Okay. Okay, thank you. Ни хрена я не понял.
ну, в общем, масло из чего-то. Его, кстати, здесь много. А из чего? А из чего, как бы, непонятно для меня. Может, кто-то понимает. Секонд-хенда для любителей шары полно. Юные байкеры отдыхают. Лепестков, пожалуйста, сколько угодно. Усыпайтесь. А what is this? Good morning. What is this? Рамбай. Без понятия, что такое рамбай. Может быть, может кому-то это надо. Значит, что я нашел? Очень полезно будет для тех, кому надо. Нашел человека, который здесь занимается пасекой. Ну, видно, что это реальные соты. Может быть, это даже реальный мед. Здесь это сложно. И вот такая вот баночка перги стоит $8. How many grams? Так, понятно. В общем, сколько грамм, непонятно. Но вот это 100 рупий, да? А 50 possible? Пиптино? 50 possible? Окей. Okay. То есть можно договориться сразу за 50. Very good quality, да? Супер тест. Окей. I back and buy, окей? Take. Так. 100, но можно за 50. Ну, как для меня. Белые люди здесь называются буле, что в переводе значит недопеченное. Значит, природа создала людей и создала их из глины. Одних она взяла, хорошо выпекла. Это именно вот Индонезия. Остальных она не допекла, это белые. И других она перепекла, это черные. Ну вот, я, получается, недопеченный. Теперь у нас курицы. Курицы. How much 1 kg? 1 kg. 1 kg how much? How much is this? Promo, good promo for you, yeah? Good promo. $57,000. Okay, very good. 1 and 2. Okay, thank you. Good price. 57. Это три с половиной доллара. Значит, что есть? Ну, есть все, что душе угодно. В плане мяса, ну, понятное дело, всяких специй здесь уже хватает. Что это за масло? Курасави, потом разберусь. Помидорки, тра-та-та. Значит, кроме этого всего, есть какая-то рыбка. Ну, рыба, в общем, такая. Сейчас уже поздно. Мясоедом биточек. Достаточно хороший биточек. Цена его 80, это 6 чем-то долларов. 6-7, может быть, долларов. How much is this one? 1 kg? How much kg? Сало или жир? Kg, how much? This one. This is... Yeah. How much? 75. 70. Same like this. Значит, это 6,5, это $7. Что еще? А что еще надо? Ну, вот все, что душе угодно. Это все понятно, спрашивать не буду. Ну что, вот такой коротенький обзор. Если такой формат интересен кому-то, пишите в комментариях, буду гулять, снимать. Спасибо за внимание, будьте здоровы, все хорошо.